Вы задумали новый интернет-проект или ваш старый требует основательной переделки? Вы продумали меню и объявили о своем появлении на рынке. Соберутся ли все ваши пользователи по первому зову? Это вряд ли. Сначала испугаются, разлетятся, понаблюдают со стороны. Потом появятся смелые. Немного. Они попробуют, что вы тут насыпали, и сообщат другим, стоит или не стоит прилетать. Если вы будете приносить вкусное и полезное, если вы будете делать это регулярно, то постепенно, утро за утром, к вам будет слетаться стайка ваших пользователей. Взаимодействию с птицами можно научиться. Дистанционные курсы «Сила медиа».